Всем привет! Ловите очередной топ товаров с AliExpress, из которых я могу поспорить, вам точно что-нибудь понравится. Электровелосипеды очень популярная и в то же время полезная штука. Их существует множество моделей, но я хотел бы рассказать вам именно о модели Atrivo. Этот байк сразу же выделяется на фоне остальных из-за своих беспицевых колес. Также байк оснащен электромотором, USB-портом и датчиком движения с подсветкой, расположенными на раме и колесах. У велосипеда высокая мощность и неплохая система антиугона. Короче говоря, это удобный современный вариант, который подойдет как тем, кто ездит достаточно далеко, так и для тех, кто просто катается по городу либо по даче. Единственное, что в этом случае не доставляет удовольствия, это кусачая цена. Часто можно услышать, что наушники портят слух, плохо влияют на голову и все в таком духе. На самом деле во многих случаях эти высказывания действительно являются правдой, но только не в случае с Sensia. Эти наушники были созданы для тренировки мозга. Система, которая в них реализована, представляет собой звукоизолирующую пару наушников с улучшенной системой крепления на голове и нейродатчиками. Система сопрягается с сопутствующим приложением для смартфона для небольшого 20-минутного сеанса, который, как доказано, улучшает концентрацию внимания, креативность, спокойствие и общее настроение. Короче говоря, настоящее лекарство после трудного напряженного денька. Если у вас есть родственник или какой-то близкий друг, которому пригодилась бы современная отвертка, тогда прошу вашего внимания, сейчас я покажу вам реально достойный вариант от наших любимчиков от Xiaomi. И начнем сразу с ее преимуществ над другими вариантами. Изящный и стильный дизайн в форме ручки, анодированный алюминиевый корпус, множество насадок, ручной автоматический режим управления, а также 3 LED-лампы. Ну и конечно же встроенный аккумулятор, полного заряда которого хватит на 8 часов работы. Как по мне, неплохой наборчик. Конечно, качество сборки тоже здесь на хорошем уровне, ничего не разваливается, а также отлично функционирует. Короче говоря, реально годная отвертка. Каждый человек в 21 веке любит и кайфует от разного рода подсветки. Мы видим ее практически везде: на улицах, в парках, на рабочем месте, в машинах, в ресторанах и так далее. И почему бы не продолжить получать от нее удовольствие и у себя дома? Для этого есть отличный вариант в лице подсветки NanoLave. Она представляет собой умную систему освещения, панели которой выполнены в виде линий. Таким образом, из них можно будет сделать любые композиции, которые подскажет фантазия. Да, эту штуку нельзя отнести к дешевым развлечениям, но с другой стороны, вы получаете реально качественную, яркую, красивую подсветку, которой хватит надолго. Само собой, я еще не говорил о синхронизации со смартфоном и многом другом. Если подсветка вам понравилась, об этом вы узнаете сами. Любите тренировки дома или, может быть, вы только собираетесь ими заняться, в любом случае эта штука вам должна понравиться. Это беговая дорожка от все тех же ребят из Xiaomi. Ее главным преимуществом являются относительно небольшие габариты, которые более чем достаточно для взрослого человека. А еще она может складываться, что является незаменимым атрибутом домашнего варианта. По поводу транспортировки по дому тоже переживать не стоит, с этим помогут колесики и ручка. Прочность же модели может гарантировать ее стальной каркас. Из огромных плюсов, никаких рывков или колебаний дорожка не делает, все работает плавно и приятно для бегуна, а скорость, которую он может на ней развить, достигает 10 км в час. Также все данные о тренировках будут сохраняться в специальном приложении, где вы можете отслеживать свой прогресс и находить более детальную информацию. А это тот телефон, который я недавно себе заказал. Он относительно недорогой, но мог обойтись мне еще дешевле, если б я не забыл воспользоваться кэшбэком от Мегабонус. Покупать с Мегабонус очень выгодно, потому что на главной странице сайта есть раздел магазинов с повышенным кэшбэком. И представляете, недавно там был AliExpress, кэшбэк которого составил до 30%. Эх, сколько я мог бы сэкономить. Сейчас, к сожалению, AliExpress в списке повышенного кэшбэка нет. Но есть другие магазины, которые мне тоже нравятся, и там тоже можно вернуть почти 30% с покупки. А какие, узнайте сами. И чтобы вам не упустить AliExpress в следующий раз, когда он появится в списке магазинов с повышенным кэшбэком, вам нужно зарегистрироваться на сайте и регулярно проверять раздел магазинов с повышенным кэшбэком. Активируется повышенный кэшбэк очень просто. А также бонусом у Мегабонус есть программа лояльности, и чем выше у вас уровень в этой программе, тем выше ваш кэшбэк. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду, который вы видите на экране. Промокод на повышенный кэшбэк активируется только при переходе по ссылке внизу или по QR-коду, так что успейте им воспользоваться.
Яичница, омлет, яйца пашот. Вариантов, как приготовить яйца, просто море. Но если вы уже устали от того, которым готовите именно вы, то вот ловите неплохой лайфхак. Обзаведитесь подобной подставочкой, разбейте в нее яйца и кладите прямо в кастрюлю с кипящей водой. Они очень быстро приготовятся и будут просто волшебно вкусными. Если никогда такого не делали, обязательно попробуйте. Сегодня люди просто обожают играть в компьютерные игры, они являются революционным развлечением, в котором постоянно выходят обновления и удерживают аудиторию. Но не стоит забывать о такой легендарной игре, которая известна во всем мире, хоть и никак не меняется последние годы. Да, я говорю о шахматах, игре, где ни в какой другой проявляется смекалка и умение думать наперед. Но если по какой-то причине вы не играете в шахматы лишь из-за того, что не умеете, и в интернете все как-то слишком непонятно разъясняют, то вот шикарный вариант. Это шахматная обучальная доска с голосовым помощником, который всегда расскажет, почему тот или иной ход нельзя было делать, а также почему одно из ваших решений может быть опрометчивым. На очереди довольно неплохая экшн-камера, которая без труда снимает картинку в качестве 4К. В этой модели совмещены стандартная камера и камера на 360 градусов, а также представлен огромный выбор аксессуаров. Модульная конструкция позволяет крепить к основному блоку с дисплеем разные варианты камерных блоков. В широкоугольном режиме можно записывать видео с разрешением 4К 60 FPS, которое обеспечивает насыщенную и четкую картинку. А в режиме широкоформатного видео разрешение достигает 6К. Вы также можете записать видео с эффектом slow-mo в двух режимах, 3К 100 FPS и 1080p в 200 FPS. А невероятную картинку обеспечит технология активного HDR. Компьютерные коврики – это незаменимая вещь не только для тех, кто любит игры, но и для всех тех, кто постоянно работает за компьютером. Однако лично у меня есть такая проблема в прохладную погоду, как замерзающие руки. И ничего особо с этим не помогает. Ставьте лайк, если жизненно. Ну так вот, оказывается, существуют коврики с подогревом. К примеру, данная модель имеет сразу несколько режимов с разной температурой. Причем все они достигают нужного параметра очень быстро, буквально за одну минуту. Как по мне, неплохой вариант, который к тому же имеет приятное на ощупь внешнее покрытие и антискользящее нижнее. А это довольно необычный робот. Модель помимо традиционного модуля поддерживает также такие модули, как 3D принтер, лазерный гравировщик, держатель ручки для чертежей и модуль для создания собственных произведений искусства. Все это дело подключается к сети либо через Bluetooth, либо через Wi-Fi, имеет относительно компактные габариты и очень легко управляется. Также, что круто, робот может сам менять рабочие модули, что означает, вы сможете настроить нечто вроде мини-предприятия, если правильно его запрограммируете. Сейчас еще относительно тепло и очень хочется насладиться последними теплыми деньками, однако весь праздник всегда не против испортить такие ребята, как комары, мухи или иные вредные насекомые. Как же тут быть? Ну, можно обзавестись чем-то вроде вонялки, но она не моментально срабатывает, да и вроде как является относительно вредной для людей. А вот что точно будет безопасным и эффективным, так это москитная сетка. Данный вариант подойдет для тех, кто отдыхает на природе, в ней легко поместится взрослый человек, который может прилечь и, например, читать книгу или смотреть сериал на телефоне. Где люди чаще всего покупают продукты? Наверное, в магазинах, но в то же время за фруктами или овощами обычно люди ходят на рынок. Там все куда приятнее, свежее и вкуснее. Но как быть, если на рынке вам никто не даст тележки, как в магазине? Что ж, для этого, как выясняется, придумали свои портативные тележки. Вот это, например, имеет более чем достаточные габариты, отличается низким весом и портативностью, а также прочной конструкцией. Если вам что-то подобное нужно, обязательно обратите на нее внимание. По-моему, ничто не сделает ночь ярче и круче, чем правильная музыка, а с ней, как никто другой, всегда спешит помочь компания JBL и особенно ее колонка Pulse 4, которая в прямом и переносном смысле осветит любое время суток. Да, я имею в виду очень качественный звук и не менее качественную подсветку на 360 градусов. На полном заряде колонка может светить аж целых 12 часов. Также, что никогда не будет лишним, устройство и защита от влаги по стандарту IPX7, из-за которой устройство можно спокойно погружать под воду на глубину до 90 сантиметров. Ну и в качестве бонуса всегда доступно фирменное приложение, в котором работу колонки можно настроить исключительно под себя и под свои цели. Ах да, чуть не забыл, еще есть функция объединения колонок. И если вы синхронизируете два таких устройства, у вас получится полноценный стереозвук. Делается это, кстати, прикольным способом. Для синхронизации нужно лишь встряхнуть одну из колонок.
Одним из главных и самых крутых изобретений человечества, по моему скромному мнению, конечно же, является духовка. Но чтобы не париться и не покупать полноценный вариант, если вдруг у вас еще ее нет, можно обзавестись таким вот портативным. Эта электродуховка может готовить без масла, имеет объем на 7 литров и интуитивно понятное управление. Все управляется сенсорным путем, приятно выглядит и, главное, получается вкусно. Всем хозяйкам на заметку. Одной из самых олдовых и в то же время прикольных игр всегда является и будет являться бумеранг. Но если кидать стандартный вариант уже надоело, то вот вам модифицированный. Это куда более крутое времяпрепровождение. Данный набор включает в себя сразу и диск, и бумеранг. Все они являются легкими и в то же время водонепроницаемыми. А еще очень круто подсвечиваются. Честно говоря, я не особо разбирался в функционале этой игрушки, но знаю, что там можно выбрать режим игры, и цвета будут показывать, сколько диск был в воздухе. Таким образом, каждый сможет соревноваться друг с другом и честным путем выявлять победителя. Обязательно попробуйте такую штуку. А это фильтр-насадка для воды от Xiaomi. Она подходит для расположения как на кухне, так и в ванной. Благодаря высокоэффективной системе фильтрации отлично удаляет все примеси, бактерии и загрязняющие вещества. Предусмотрены три режима подачи воды и возможность постоянного контроля загрязнения фильтра. Прибор может легко устанавливаться всего три этапа. Система фильтрации включает в себя фильтр из нержавеющей стали, нетканный фильтрующий материал, фильтрующий элемент из активированного угля и ультрафильтрационную мембрану. Пользователь может настроить режимы подачи воды в зависимости от своих потребностей. Очищенная вода в виде обычной струи или душевом режиме, и неотфильтрованная вода под обычной струей, что подходит для обычного мытья посуды. Вы знаете, что такое декантер для вина? Если нет, это такая штука, которая устраняет танины, содержащиеся в молодом вине, что существенно улучшает его вкус и снижает негативные последствия для организма. Кроме того, это позволяет избавиться от кристаллического осадка. В обиходе процесс часто называют «дать вину подышать». Именно такой умный декантер сейчас вы и наблюдаете. По-моему, годная штука. А это антистатический брелок, та самая штука, которая уберет из вашей жизни фобию касания машины, двери, кнопок в лифте или даже любимого кота. Для снятия статического напряжения необходимо взяться за металлическую часть брелка, а наконечник приложить к предмету, который должен ударить током. Рассказывать о том, как именно эта штука работает, я не стану, будет слишком много лишнего. Лучше один раз попробовать самим. ТВ-приставку надо? Эта модель воспроизводит видео в разрешении 4К с частотой до 60 кадров в секунду, имеет 2 гига оперативки, а также 8 гигабайт встроенной памяти. Подключать эту приставку к телевизору нужно через HDMI слот, адаптер и все необходимое приходит в комплекте. В условиях работы из дома часто приходится созваниваться с другими людьми, и понять, отключен ли микрофон или наоборот включен, не всегда понятно. Приходится сворачивать, искать окно разговора и так далее. Чтобы навсегда распрощаться с этой проблемой, можно воспользоваться таким вот гаджетом. Он представляет собой кнопку с подсветкой, которая быстро включит или отключит ваш микрофон по одному лишь нажатию. Далеко не каждый человек способен похвастаться квартирой с большой площадью, особенно это касается многодетных семей, где по-хорошему у каждого должно быть свое небольшое пространство. Именно для таких случаев я, кажется, нашел отличное решение. Это складное рабочее место трансформер. Дизайнеру удалось компоновать в небольшой тумбочке на колесах всю мебель, необходимую для работы. Здесь есть и откидной стол, и стул, и даже полочки. Размеры рабочей зоны составляют 72 на 47 сантиметров, чего с головой достаточно для размещения ноутбука и периферийных устройств. Многих людей мотивирует заниматься спортом с тем, кто превосходит их в каких-то параметрах, ведь именно это заставляет меньше лениться и больше работать над собой. Однако в наш век современных технологий можно соревноваться и с компьютером. Это Ghost Pacer R очки для бега на открытом воздухе, проецирующие голограмму виртуального партнера. Для него можно выбрать маршрут, скорость и целевой темп. Во время бега, в зависимости от скорости пользователя, аватар может бежать впереди, позади или рядом. Кроме того, на выбор представлено несколько режимов: мотивация и аватар и маршруты исследования. А это зонтик для мобильного телефона. Он представляет собой самый обычный зонт, уменьшенный в несколько раз. Для чего же нужен такой аксессуар? Как минимум для того, чтобы устройство не промокло под дождем. Кроме того, таким образом его можно защитить от прямых солнечных лучей или создать тень, чтобы картинка была лучше видна на солнце. Thank you.
Маленькие дети очень активны, они постоянно куда-то взбираются, находят новые места, так что портативный набор для скалолазания послужит отличным началом для будущего профессионала, покоряющего вершины. Это зацепки, крепящиеся на дерево с помощью ремней. Как говорит разработчик, комплект подходит для детей от 3 лет, сборка занимает всего несколько минут. Единственное, что вам нужно сделать, это соединить ремешок с зацепками, а после установить готовую конструкцию. Многие люди нередко теряют ключи и очень сильно от этого нервничают, а вот представьте, если бы они всегда были на одном месте. Именно для таких моментов существуют разнообразные ключницы, которые порой могут выглядеть как знаменитый усилитель Marshall. Сами же брелки представляют собой джеки, вставляющиеся в пазы, у каждого джека есть своя петля и кольцо. Мне кажется, что такой держатель станет отличным дополнением к дому, студии звукозаписи или к другому творческому пространству. Это маленькие самоклеющиеся колесики, идущие комплектом по 4 штуки. Их можно установить на те предметы, что чаще всего приходится перемещать, например, мусорное ведро, коробки, органайзеры или цветочные горшки. Колесики вращаются на 360 градусов и выдерживают до 10 кг. Ну а сейчас давайте поговорим про ничего, а если быть точнее, то про смартфон Nothing Phone, который, по мнению его создателей, призван внести свежие нотки в застоявшееся болото мира Android. Своим дизайном Nothing Phone напоминает iPhone 12, что заметно даже невооруженным взглядом. Отличительной же особенностью ничего фона является прозрачная задняя крышка, под которой скрываются многочисленные декоративные вставки, имитирующие встроенные компоненты. Еще одной интересной особенностью стал маленький красный индикатор на тыльной стороне, сигнализирующий о записи видео. В экран интегрирован оптический сканер отпечатков пальцев, он срабатывает очень быстро и точно, но расположен слишком низко, из-за чего нажимать его не очень удобно. Задняя подсветка крышки представлена 5 отдельными элементами с более чем 900 миниатюрными светодиодами. Все это производитель назвал световым интерфейсом, предусмотрев несколько сценариев использования. Как вам такой телефончик и стоит ли задумываться о его покупке? А это GPD WinMax, ультракомпактный геймерский ноутбук, базирующийся на OS от Windows. В отличие от привычного всем ноутбука или же портативных консолей, устройство оборудовано встроенным геймпадом, полноценной клавиатурой, а также большим дисплеем с высоким разрешением. Корпус WinMax, имеющий габариты 160 на 277 мм, изготовлен из алюминиевого сплава. За производительность ноутбука в зависимости от конфигурации отвечают процессоры Intel Core i7-1260P или AMD Ryzen 7-6800U. Объем оперативной памяти может составлять 16 или 32 гигабайт, емкость накопителя от 128 гигабайт до 2 терабайт. Система охлаждения состоит из тепловых трубок и одного вентилятора. На очереди настольный увлажнитель воздуха, идеально подходящий для небольшой комнаты. Вместе с этим устройство может выполнять функцию ночника, светильника, который не только порадует любого ребенка, но и не оставит равнодушным даже взрослого. В комплекте с ним приходят две сменные проекционные пленки – космос и океан. Кроме того, на выбор предлагается 4 режима освещения, среди которых даже есть градиент. Не менее полезной является функция автоматического отключения при отсутствии воды. Объем резервуара составляет 1000 мл, а время непрерывной работы – 3 часа. Сон – одна из важнейших потребностей нашего организма, именно поэтому многие разработчики так сконцентрированы на том, чтобы обеспечить пользователям максимальный комфорт. Поговорим о Hexon Air Fan. Это устройство предназначено для использования у спального места и объединяет в себя самые разные функции, в числе которых светильник, вентилятор, обогреватель, будильник, зарядный адаптер, голосовой ассистент, умная колонка, очиститель воздуха и даже дезинфектор. Фух, вроде бы ничего важного не забыл. Строение у Hexon Air Fan не менее сложное. В него встроены бесщеточный мотор, лампы, динамики, различные сенсоры и датчики, нагревательный элемент, ионизатор, а также несколько нейрофильтров. Для чего все это нужно? Чтобы сделать атмосферу в месте отдыха идеально подходящей для релаксации и сна. У каждого бывают нервные дни, когда все так и бесит, и чтобы не срываться на людях, предлагаю пожамкать антистресс, к тому же он такой милый. Это горошек с чудесной мордашкой, смотря на которую невозможно не улыбнуться. Антистресс размером с брелок, так что его спокойно можно закрепить на связке с ключами. Продавец предлагает несколько цветов на выбор, среди которых каждый найдет что-то по вкусу.
Любой геймер знает о ценности качественной игровой гарнитуры, ведь именно от нее зависит как комфорт самого пользователя, так и внутриигровой. И кажется, Asus ROG Delta S Animate удовлетворит требования даже самого придирчивого покупателя. Треугольный дизайн – узнаваемый стиль серии Asus Delta, потому что это напоминает о четвертой букве греческого алфавита. Отличительной же особенностью модели Animate является встроенный дисплей Animatrix, находящийся на каждой чашке. Мини-диоды можно запрограммировать так, чтобы продемонстрировать стиль владельца с помощью индивидуального дизайна освещения, уникальной анимации и визуализации звука в реальном времени. Кроме того, дисплей может даже отображать прокручиваемый фрагмент текста. Что только не производит Xiaomi, даже вот электронная укулеле от них есть. Миленькая штукенция, правда, она имеет компактные габариты и идеально подходит для взрослого человека. Отличается от других моделей LED-индикацией, возможностью синхронизации, а также широким многообразием режимов. На такой гитарке наверняка будет очень интересно осваивать аккорды и играть новые композиции. Изготовлена модель из композитного углеродного волокна, укрепленного смолой с ABS пластиком. Она легкая, прочная и долговечная, а для усиления эстетического эффекта музыкальный инструмент покрыт стильной глянцевой краской, которая добавляет ему нотку изящества. А следующая вещь обязательно понравится художникам или же просто любителям что-нибудь порисовать. Это блендеры Chameleon Color Tops, представляющие собой дополнительные части маркеров Chameleon. Каждый блендер может быть установлен на любой маркер для создания так называемого эффекта градиента. Благодаря этому будет получаться плавные, очень красивые переходы от цвета к цвету. Для того, чтобы создать микс из разных оттенков, достаточно просто снять камеру с бесцветными чернилами с маркера и прикрепить на ее место цветной блендер. А теперь поговорим о Silent, шумоподавляющем устройстве, которое будет очень полезно для тех, кто работает на шумных предприятиях. Оно действует как посредник между смартфоном и беспроводными наушниками, передавая музыку и заглушая внешние шумы. Разработчики с уверенностью заявляют, что их шумоподавление лучше даже, чем то, что используется в специальных наушниках. Оно захватывает окружающие звуки, разделяя их на два сигнала. Бесполезные шумы подавляются на 25 дБ и становятся почти неслышны, а голос выделяется и подается в наушники наравне с музыкой. Silent Tone также можно использовать в качестве микрофона при разговоре по телефону в шумной обстановке. А это Aquar Magic Cube, маленький да удаленький кубик, представляющий собой пульт управления для умных устройств. Любую команду, доступную в приложении, можно привязать к одному из шести жестов с кубиком. Поворот на 90 и 180, двойное нажатие, встряхивание, поворот вокруг оси, а также движение вперед и назад. Таким образом, за какие-то считанные секунды пользователь может выключить свет, приглушить яркость лампы, включить умную розетку, активировать сигнализацию на ночь, отключить датчики движения и выполнить другие действия. Умение общаться на нескольких языках – потрясающий навык, только владеет им далеко не каждый. Многие люди с трудом понимают даже английский, но выход можно найти из любой ситуации. Например, никто не отменял умные переводчики. Устройство от Xiaomi знает 14 языков, что безусловно пригодится не в одной стране. Благодаря этому у любого человека есть возможность поговорить с иностранцем, чтобы задать важные вопросы или же просто познакомиться. Кроме этого, модель может выступать в качестве радиоприемника, сообщать последние новости СМИ и воспроизводить медиафайлы. Любой фанат Мстителей с первого взгляда скажет, что это такое. На ваших экранах глаз Агамота. Звучит могущественно, правда, так оно и есть. Глаз – это реликвия, созданная, чтобы сдерживать и использовать силу камня времени, помещенного внутрь. Глаз может манипулировать потоком времени, и именно его использовал Доктор Стрэндж, чтобы сразиться с Кацилием и Дармаму, а также восстановить гонконгский Сенктум. Такая вот интересная и опасная вещь. Сейчас же у каждого есть возможность самому ощутить ее мощь. Ну или как вариант поставить украшение на полочку памятных штучек из фильмов. Я бы лучше выбрал второе, чтобы не нажить себе проблем. Дом всегда становится интереснее, когда в нем есть картины, только вот далеко не каждый готов выложить миллионы, чтобы приобрести произведение любого художника. Но не спешите отчаиваться, заказывая плакаты. На просторах интернета мне попалась умная цифровая рамка, используя которую картины можно менять хоть каждый день. Устройство предусматривает 27-дюймовый IPS-дисплей высокой точности с антибликовым покрытием, способный передать изображение с высокой детализацией. Холст поставляется со 100 картинами из собрания Mural, а если приобрести
приобрести подписку, то откроется полный доступ к библиотеке. Рамка поддерживает вертикальную и горизонтальную установку. Она имеет встроенный датчик управления жестами и датчик света, который автоматически настраивает яркость и переводит экран в режим ожидания, когда в комнате становится темно. Ну а если тебе понравилось это видео, то обязательно ставь лайк, пиши комментарий и участвуй в конкурсе на этот телефон. Итоги будут после 1000 лайков.